Я решил пойти в поход. Мне в лесу хорошо. Возможно, это настроение, возможно, это гены. Гены. Мой отец практически всю свою жизнь проработал, будучи в лесу, проектировал дороги для лесовозников в республике Коми. Может быть, эта кровь играет и во мне, тянет в лес. Может быть, предки сибирские, коми, охотники какие-нибудь. Выживание. Не знаю, куда меня занесет сегодня. Но мне хочется идти по природе здесь. Год назад с небольшим я здесь шел уже, ловил прекрасное настроение. Ну, не год назад, чуть больше. Год назад я проводил время в больнице, ухаживая за близким человеком. Прошел год, много чего поменялось. Но это прекрасное поле, оно осталось таким же. И пришла пора его мне навестить. Водичка, не очень солнечно. Такое непростая задача пройти через заросли. Так. Особенно заросли крапивы. Но это полезно. Здесь было где-то был ручеек. Хочу дойти до него. Крапива немного, конечно, жгет. Но что поделать. Вот он. Вот ручей. Красота. Там, короче, заросли сейчас такие. Конечно же, я сквозь них ломанулся. Но нормального подхода к ручью нету сейчас. Он был именно в период где-то до первой половины июня. Возвращаюсь к тропе. Обычный беговой. Домой туда, а я пойду туда. Там вдали виднеется поселок Верхничев. Там как раз та самая тюрьма, в которой проводили съемки фильма по прозвищу «Зверь».
чайку надо попить сначала. Почему вот южане пьют чай в жару? Потому что, наверное, он охлаждает, я думаю. Ваше здоровье. Прекрасно. Бумага. Я даже взял с собой кое-какие дровишки, но тут их хватает, в принципе. На это я хочу насадить колбаску. Жарко. Куриная колбаса коптится потихоньку,
Я уже успел поспать. Сейчас я пью чай. Погода чудесная. Прекрасно. До района мне пилить не близко. Ну, если напрямую ломанусь, километра 4, может, будет. 3. Было хорошо. Солнце садится. Поднимается гнус. Выжить можно на природе. Главное хорошо настроиться на это. Можно и лежать на земле, и не бояться клещей. Все дело в том, насколько ты сам настроен на единение с природой, с окружающим миром, что ты... И не надо отделять себя от окружающего мира. Ты тоже есть мир. Ты целый мир. И вот этот мир вокруг, это тоже ты. Путь домой. Прошел достаточно шустро. Перешагнул через канал. В принципе, неплохо. Я не пойму, для чего эти глубокие канавы по периметру этих прямоугольных полей. Наверное, какая-то система орошения, может, была запланирована. Но сейчас там ни черта не выращивают. Остатки. Там только косят траву. Видимо, для скота. Кое-где еще есть коровы. Здесь. И даже лошади. Где-то, говорят, уже принята программа по уничтожению скотоводства в целом по миру. Что якобы коровы загрязняют окружающую среду. Громко пукают, выделяют метан, дышат. Какой-то бред, если честно. Выводят каких-то личинок специальных, чтобы кормить всех личинками. Странная какая-то фигня. Вы слышали такую фигню? Дорога домой. Можно сказать, день провел на природе.